Привет-привет, дорогие подписчики и зрители, вы на канале «Всяко разное из Китая», я вас приветствую. Ну что, ребятки, сегодня у нас будет посылка не из Китая, а посылка вот такая огромная, тяжелая, весом в 5 килограмм, ребята, представляете, 5 килограмм. Она мне была прислана из России. В общем-то, помните, недавно я заказывал два вертолетика и спрашивал у вас, подписчиков и зрителей, что если вам интересна такая тематика, радиоуправляемые модели, я закажу с этого сайта еще кое-что. И вот, ребята, я заказал кое-что. Очень интересная посылочка должна быть. И, в общем-то, вы знаете, что я танкист, немножко играю в танки. И поэтому эта тема именно для танкистов и для всех, кто любит радиоуправляемые модели. Ну что же, давайте приступим к распаковке. Так, ребята, вот он, красавец наш, КВС-1, смотрите, какой он огромный, он идет у нас на дистанционном управлении, на гусеницах, и реально он огромный, я в шоке, я не ожидал таких размеров, в общем-то, у него идут все колеса все с амортизаторами, тут, ну, такой навороченный, блин, ну, выглядит, конечно, вообще круто, убей фашистскую гадину написано, смотрите, КВ-1, КВ-1С, так, с этой стороны у нас ну, то же самое, КВ-1. Так, а тут открывается у нас, наверное, окошечко. Там, наверное, у нас танк. Тан-та-дан-дан-дан-дан-дан-дан. О, боже, ребята. Вот он. Блин, какой он огромный. Я не ожидал, что он будет такой большой. КВС-1. Офигеть. Офигеть просто. Я рад, как ребенок, честное слово. Ну что же, давайте его достанем, вытащим из коробки, посмотрим на него. Итак, первое, что выпало вот из коробки, здесь какая-то как инструкция, не инструкция, брошюрка, написано Russia КВ-1, так, у нас здесь идет мишень, да, мишень, знаете, для чего она? Танк у нас стреляет, стреляет пульками, ребят, представляете, он не просто ездит, он еще и стреляет, такая вот картонная мишень, и у нас идет инструкция, интересно, на русском языке имеются там какие-нибудь обозначения, куда что нажимать и как им пользоваться. Давайте посмотрим. Китайский. Вижу пока китайский. Так, английский пошел. Опять английский. Да, английский. Нет, ребята, русского языка нету. Ну, в принципе, ничего страшного. Тут особо и не надо разбираться там. Ну что же, давайте посмотрим на него вживую. Тан-да-дан-да-ран-дан-дан-тан-да-дан-дан-дан. О, боже, ребята, какой он огромный. Я в шоке просто. Я думал, он будет поменьше. Посмотрите, вот, блин, ну, я не знаю. Ну, вообще он огромный. Так, здесь у нас идет пульт управления. Смотрите, такие вот металлические рычажки даже есть. Управляется. Так, здесь какие-то настройки, кнопки. Батарейка, так, сколько батареек, раз, два, три, четыре, о, 8 батареек пальчиковых, представляете, так, отлично, ну, такой нормальный пультик, в принципе, далее, что у нас еще идет какая-то коробочка, так, коробочка у нас идет, пульки, да, ребятки, это пульки, давайте откроем, посмотрим, что за пульки. По-моему, здесь такие обыкновенные идут пульки, знаете, как ну, в игрушечных пистолетах, автоматах детских идут. Да, точно. Ой, все посыпалось. Да, вот такие вот пульки, вы знаете, они есть разноцветные, есть желтенькие. В общем-то, имеются вот такие в комплекте у вас. Ну, если закончились, можно пойти приобрести там в любом магазине, на рынке, так далее. Далее у нас идет блок питания для зарядки. Для зарядки самой батареи нашего танка. Отлично. Так, батарея. Вот она. О, батареечка. Ничего себе. Нормально. У нас идет она на 1700 ампер-часов, 7,2 вольта. Ну, реально такая граната. Здоровый, нормальный аккумулятор. Ну, танк для танка же, правильно. Так, и имеется еще вот такая коробочка. Что здесь написано? Танк. Ну, давайте посмотрим, что в ней находится у нас.
Интересно, легкая такая на ощупь. Так. Здесь у нас. Ну это запчасти для гусениц. Если у вас порвутся гусеницы, вот запасные такие секции имеются. И далее у нас. Далее идет всякий навесной тюнинг. Смотрите, здесь трасса, в общем-то, накладки какие-то. Ну, это. Наклейки даже есть. Вот смотрите, здесь наклеечки. Я же тоже смотрю, думаю, почему нет наклеек. Все, сейчас это с вами будем наклеивать, смотреть. И все, больше там ничего нету. Так, отлично. Ну что же, давайте достанем этот танк и посмотрим на него, пощупаем, так сказать. О, вот это он нормально прям тяжеленький. Вот антенка для танка отсюда одевается, потом оденем. А для пульта интересно, где она? Почему, бля, до пульта? Так. Вот сбоку, вот она, антенка. Это для пульта. Убираем ее, давайте посмотрим теперь на танк. И вот он наш красавец. Смотрите, как он выглядит. Ну, выглядит вообще обалденно, очень так все четко проработано, всякие детальки. По длине он где-то у нас идет 50 сантиметров, в ширину где-то 200 сантиметров или 150, нет, где-то 200, наверное. И высоту тоже около 200. Так, башня у нас что там поворачивается. Что у нас еще? Амортизаторы, да, смотрите, вот амортизаторы работают полностью все, спереди, сзади. Прикольно. Так, а эти крышечки открываются, интересно, нет? Сейчас, нет, они, по-моему, нет, они не открываются, они просто такие, бутафория, хотя так сделаны, как будто открываются, нет, не открываются, жалко. Так, далее давайте посмотрим, что это у нас за бирочка написано, нарисована здесь. Это типа не направляйте ствол в лицо, так как он может нечаянно выстрелить и попасть вам в глаз. Предупреждают вас, чтобы вы не направляли в лицо. Так, крышечка, она что, у нас сломалась, что ли, или отвалилась? Так, сейчас попробуем ее одеть обратно. Так. Да, просто она отскочила, ну, снимается. Снялась. Сейчас я ее одену быстренько и продолжим. Так, все готово. Смотрите, крышечка открывается. И там у нас находится отверстие, куда можно засыпать пульки для того, чтобы потом стрелять. Я сейчас покажу вам. Вот видите, есть такое отверстие. И еще имеется кнопка включения-выключения. Скорее всего, включение оружия или выключение оружия. Так, отлично. Далее. Давайте посмотрим, что у нас тут спереди. У нас вот такие крепежи какие-то имеются, типа хомуты. Так, сбоку вот такая же крышечка. Блин, ну так сделано, что кажется, вот она сейчас откроется. Не открывается, зараза. Так, что еще интересного у нас? Сзади у нас ничего, в принципе. Даже этот, смотрите, пулемет двигается. Не, выполнено вообще классно, конечно. Ну что, ребятки, давайте, наверное, сейчас наклеим все эти наклеечки, оденем все эти тюнинги и продолжим дальше разбирать, как что работает и все остальное. We'll be right back.
Так, ну что, ребята, в общем-то, готово. Готово. Все прилеплено, прикреплено. Вот смотрите, как он теперь выглядит. Все, бей фашистскую гадину написано. Сюда антенки. Вот эти были штучки, помните, выпали. Это для, ну как, глушители типа здесь. Здесь трос такой, вот антенку отдел. Здесь у нас висят вот такие вот уши для вытаскивания, да, спасать друзей, если застрянут. Здесь номера, опять бей фашистскую гадину. Здесь вот тросы такие натянуты, как будто, видите, вот прикрепил переду. Вот так он теперь выглядит у нас. Так, что же, давайте посмотрим, что у нас тут включено, выключено, включено написано. Давайте пока выключим, ставим батарейку. Пока крутил, там включено, выключено, я не знаю, что это. Смотрите, здесь еще куча переключателей. Это что такое у нас? Там что-то, здесь что-то. Ого, куча переключателей. Здесь, видно, устанавливается аккумуляторная батарея. Сейчас мы вставим батареечку. Так, батарея у нас установлена. Теперь разберемся с пультом. Вкручиваем антенку здесь, вот такая вот. Оп-оп-оп. Вот, до самого низа можно засовывать ее. Сейчас мы ее вкрутим. Так, вкрутилась. И оп. Ого. Ничего себе удилище. Больше полуметра вылазит эта штучка. Так, и теперь у нас нужно... Нам нужно вставить батареечки. 8 батареек. Так, ребята, батарейки вставил. Включаем пульт. Так, загорелся у нас вот такой красненький огонек. И что у нас? О, все, он готов. О, ездит. Так, башня. Давайте проверим, башня работает. Поворачиваем вправо. Отлично, влево. Все работает. Так, вот теперь ствол поднимем вверх. Так, это вниз. Еще раз. А, наверх. То есть он либо до конца до низа, либо до конца до верха, да? Да, вот таким образом регулируется ствол. Так, выстрел у нас вверх, да? О! Вот так вот стреляет он. Так, вперед. О, ездит. О, на месте разворачиваться. Так, сейчас башню ровно поставим. Оп, так, поворот. Ну, шустрый, скажу я вам, шустренький. О, класс. Прикольно, ребята. Все, танки рулят, реально. Ну что, ребята, давайте пойдем на улицу, покатаем его по улице, посмотрим, как он ездит по бездорожью и вообще, как он себя ведет на каменистой почве и на всем остальном. Погнали на улицу.
Ну что, ребята, покатали вообще. У меня эмоции, как у ребенка. Блин, круто, круто. Хоть и выполнен весь он из пластика, то есть и треки пластиковые, здесь все пластиковое. Ну, полностью он выполнен весь из пластика. Но довольно мощный, он тянет, я не знаю, видели сами, он через траву гребет. Тут наматывало, даже палки его так перекусывает. Ну, небольшие, конечно, но тянет нормально. Стреляет мощно, кстати, опасно вот на людей лучше не направлять, потому что выстрелить будет очень больно. Ну, амортизация, видели, как работает все, как в настоящем танке, каждое колесо тут подвижное, в общем-то, смотрится, конечно, круто и управляется тоже прикольно. Кстати, тут на пульте оказывается еще куча всяких вариантов. Тут есть демо-режимы. Я пока, честно говоря, тоже не разобрался еще со всем этим. Ну вот здесь вот эти три кнопки. С помощью них тоже можно тут выполнять всякие финты. Ну, этим я уже не буду заморачиваться, потому что мне достаточно того, что он ездит прямо назад-вперед, разворачивается, стреляет, поворачивает башню. И вообще, мне этого достаточно вполне круто. Выглядит вообще супер. Если вам понравился такой танк и вы любите какие-то радиоуправляемые модели, ссылочку на магазин оставлю под видео. Переходите, все приходит уже не первый раз, все отличного качества, я доволен. Ну а я хочу вас поздравить еще раз с Днем Победы, с этим великим праздником. Спасибо нашим дедам, спасибо нашим бабушкам, спасибо всем ветеранам, кто воевал, кто сражался за нашу свободу, да? Огромное вам спасибо. Ну, хочу вам пожелать мирного неба над головой, здоровья побольше, позитива, конечно же, ну и удачи. Пока-пока!